селе Толмачи Лихославского района состоялся традиционный фестиваль карельского пирога «Калитка». Мероприятие посетили участники 20-го фестиваля региональных телерадиокомпаний ЦФО «Территория хороших новостей». О самых удивительных работах местных мастеров, о том, как развивается народный промысел, выясняла наша съемочная группа. Фестиваль «Калитка» проводится в регионе в третий раз и приурочен к 400-летию переселения карел на территории Верхневолжья. В этом году организаторы мероприятия разделили большое поле на несколько локаций. Традиционно большим интересом у местных жителей и гостей пользовалась ярмарка мастеров. Картины, домашнее мыло, работы из бисера и шерсти, а также куклы-обереги были в широком ассортименте. Каждый свое значение. Вот, например, вот эта кукла-желанница, она исполняет желание. Для этого на нее нужно повязать ленточку или украсить бусинкой. Вот эта кукла, например, с мешочком. Это кукла-подорожница. Она берется в дорогу, в мешочке земля, которая берется от порога дома и оберегает путников в дороге от ненастья, от плохой погоды, ну, от всего, от злых людей. Кроме искусных поделок, местные жители и гости праздника могли насладиться выступлением творческих коллективов, научиться печь традиционные пироги калитки, поучаствовать в квесте посвящения в Карелы и поиграть в народные игры. В то время, пока одни наслаждались вкусной домашней выпечкой и отправляли памятные бесплатные открытки с видами Лихославля, другие активно принимали участие во всех развлечениях. Так, например, отдельная площадка фестиваля «Калитка» стала проведением мастер-классов. Научиться тканному делу, слепить игрушку, раскрасить посуду в традиционных карельских мотивах могли не только дети, но и взрослые. В то время, когда не было заводов, несколько десятков лет назад, посуду делали исключительно своими руками из дерева и глины. Гончарным делом Макар занимается уже несколько лет. На данный момент является студентом Тверского художественного колледжа, где ежедневно оттачивает свое мастерство. Как отмечает юноша, глина достаточно простой и удобный материал. Например, сделать чашечку минут 15, может, у тебя какой-нибудь уже побольше, уже по полчаса может. Главная цель фестиваля «Калитка» – обратить внимание на развитие и становление культуры карельцев. Этот народ еще может покорить и удивить многих своим ремеслом, традициями и обычаями.